Глобально этим летом меняется центральный парк. Там уже выложили пешеходные дорожки, провели проводку для освещения и смонтировали каркас беседки возле фонтана. Ход строительства оценил заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев. Завершается и реконструкция главной изюминки парка – фонтана. Запустить его в тестовом режиме планируют в августе. Далее уличная отделка и освещение. Работы идут с опережением, рассказывает подрядчик, поэтому сдать обновленный парк получится уже в сентябре. Особую пышность этим летом приобретает изумрудный. Большую часть его объемных работ завершат в августе. Так реставрируют центральный вход с колоннадами, стараясь сохранить исторический облик ворот. Из современного добавили ограждения со встроенными сидениями. А в гуще парка из фундамента уже залита сцена. И зрительские места – это каркас строящегося амфитеатра. Из финальных штрихов здесь также доделывают пешеходные дорожки. Готовность мы ожидаем к середине августа, и уже процент выполнения нам говорит о том, что никаких проблем с этим не будет. Работы здесь в основном связаны, конечно, с плиточным покрытием, с устройством дорожек. Ну, есть такие работы, которые более капитального характера, например, амфитеатр. Под ним было серьезное сооружение, стальные каркасы, фундаменты. Все это будет обшито в единую стилистику с парком деревом и в дальнейшем будет использоваться всеми посетителями. Что касается парка «Юбилейный», Антон Шеломенцев сообщил, что в ближайшее время здесь приступят к асфальтированию велобеговой дорожки. Это более 70% от общего объема работ. Напомним, благоустраивают парки «Центральный» и «Юбилейный» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также за счет средств краевого и городского бюджетов продолжают благоустраивать парк «Изумрудный». На все парки в этом году выделено более 350 миллионов рублей. Татьяна Голубева, «День с толком».